Маленький колокольчик моей души. Тихо, тихо, тихо. Тихо, где ребята? Пойдем искать. Чуть-чуть, маленький. Пойдем, Марта пришла. Байкал! Байкал! Акашкин. Сейчас. Ой, Байкал пришел. Все ребята на месте. Возьмите малыша к себе. Сюда заходить нельзя, как вы из топчете. Ла-л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 а. Марта привели. Давно не виделись. Байкал? Байкал? Байкал, где он занят? Так, не буду сейчас я их дергать. Сейчас они свои дела сделают. А мы возьмем лопатку специальную, да? Для этих. Как называется? Он чуть-чуть мешает. Ну, вообще, колокольчик моей души. Колокольчик моей души. Колокольчик. Угу, зубер. Байкал – это колокол на батне. Шаляпин. Шаляпин. Васильчак. Шаляпин. Байкалушка. Так, а зубер сюда. Марточка, не надо, не гавкай, тихо, пойдемте, пойдемте, погуляем, пошли, все вместе гуляем. Хотите на выставку пойти картин? Ну, пойдемте на выставку картин в гараж, пойдемте. Тут у нас туи такие большие растут, вековые, они уже, наверное, метров 10 выросли в деревне, только у нас такие туи растут. Интересно, вот так вот, по-своему все. У каждого на участке растет что-то свое. У кого-то хорошо. У меня, кстати, одна яблоня. Очень хорошая яблоня, мы ее любим. Мы ее с папой посадили. Значит, она не штрифель. Она очень вкусная в этом году была. Так, открывается выставка живописи. Персональная. Да, кто? А вот первые два зрителя. Марта и Жильбер. Ну, такая вот вещь. Еще новая. Ну, она не новая, ей уже, надо 15 или 20 лет. И тут был ледяной дождь такой в свое время. Деревенский. Пейзаж. Марта. Жильбер, ты ее любишь? Жильберик. Жильбер такой французишка. То есть Жильбер не надо так. Не надо так. Не нагли. Марта, пойдем. Она если покроет, то от него мокрое место останется. Марта, пойдем. Там тебя Байкал ждет. Пойдемте, ребята. Пойдемте. Пойдемте. Байкал. Ты свои дела сделал? Байкал. Сейчас он там. Самое главное, колесо. Колесо в машину нужно отписить. Тогда вот он. Байкал. Иди ко мне, красавец. А Марта сейчас он. Все трое собрались. Весельчаки. Байкал, ты и с ним тоже, ты не придави его лапой. Ты какой маленький, смотри, он на тебя как мышонок уполз. Жильберик, прячься. Жильберик. А Жильбер у нас не петь, он только танцевать может, на подтанцовке. А ты только гадкую не умеешь так петь. И танцевать она. Она умеет еще за колечком прыгать. Получила 900 этих просмотров за час вчера. Да, красный мячик нашла. А Жильбер у нас... Жильбер, скажи, я просто красивый. Жильбер, не надо к ней лезть. Что ты, она совсем... Не к твоей весовой категории. Пойдемте по большому сходим и пойдем уже в Жильберик. Байкал. Ну ладно, все разбежались по делам, все деловые такие. Вот он, красавец-то. Байкал. Ты что у нас там нашел что-нибудь? Красавец. Жильбер, ты что так к не постоишь? Так, ребята, пойдемте за Жильбер. Жильбер будет вам указывающим перстом. Очень, Байкал, ты что?
Ты что, у меня ничего нет? Да как? Не лезьте ко мне, отходите, а? Помогите. Они меня скушать хотят. Скушать меня хотят, все лезут. Балкон, ты что? Ты что? Ой, Марта, вы что это, сговорились, что ли? Вдвоем на меня голова. Ну ладно, доброй ночи всем. Чтобы хорошие сны приснились. Чао-какао. Так, что же...